Обстановка в Кидстопе очень простая. Две комнатки с самым необходимым. Есть место, где можно присесть и покормить ребенка. И если нужно, сменить ему памперс или перепеленать. Сами достаточно активны, очень много где бываем, и в городе, и за городом, и столкнулись с такой проблемой, что у нас, в принципе, негде сделать какие-то элементарные вещи, какие-то манипуляции, именно что касается ребенка. Полгода ушло на организацию частной комнаты матери и ребенка. В торговых центрах, куда обращалась Надежда, ее идеи никто не поддержал. Пришлось сделать все самой и на свои средства. Небольшой павильон оборудовали и украсили быстро, но возникла проблема с электроэнергией. Девушка обратилась к губернатору края. А вот это вот чье вообще? Вот это? Мы сами строили. Да, что? Угу. А город разрешил все это дело? Да, город... к нам обратились, мотивировали над тем, что бывают всевозможные ситуации, связанные с маленькими детьми. Ну, всякие. Пошли навстречу. Уже на следующий день в Кидстоп появился свет. Это действительно было очень неожиданно, потому что я обращалась с одной всего лишь проблемой, а мне предложили еще массу дополнительных приятных бонусов, о которых я даже, в принципе, и подумать не могла. И, конечно, это приятно и очень радостно, что Владимир Иванович не остался в стороне. Идея создания комнат матери и ребенка понравилась губернатору, и он поручил руководству города подыскать для них новые помещения. А где это надо сделать? Просто точки отделить, 2-3 в городе, 4, они должны быть точно совершенно. Всего несколько подобных комнат в Петропавловске могли бы сделать жизнь родителей малышей более комфортной. Ольга Семенова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка», специально для «Вести Камчатка».